дорогие телезрители телеканала Афонтова. Все мои программы новые и самые интересные будут выходить именно на этом канале. И мы начинаем. Сегодняшняя тема – золотистая нематода. Это тот маленький 2 миллиметровый круглый червячок, который ест корни нашего картофеля. Вот сам картофель, заметьте, он не ест, это не требуется. А, самочка а, размерчиком всего в 2 миллиметра имеет хитиновую оболочку, то есть очень твердую. Если ее кипятить при температуре 100 градусов, то она Через полчаса только погибнет. Представляете, какая защита в природе? А вот родить себе подобных она может в огромном количестве. Ну, штук 100 Сразу. А, недавно совсем увидела на одном из телеканалов программу, где всех пугали прям пугалками, что если заведется нематоза, то 50 лет ничего расти не будет. Ничего подобного. Во-первых, это, этот круглый червячок а, очень любит посленовые. То есть для него растение хозяин – это картофель, это основной, но помидоры, перцы и баклажаны также являются какой-то, едой, скажем так, да, которые картофельные корни могут заменить. Да, это может быть национальным бедствием, но не надо до этого доводить свои участки. Если вы в августе месяце видите, что у вас на делянках картофеля вдруг, прямо, знаете, такими, э, раб, такими круглыми э, рабаточками, вдруг высохли стебли картофеля, вот это и говорит о том, слышите меня, начало августа, конец июля, это... Значит, вот этот участки, вот эти коричневые среди зеленых, это поражение золотистой нематодой. Ну, что же нужно делать, чтобы не допустить ее распространения? Это же очень важно. Ну, во-первых, значит, подбираем сорта. Вот здесь, значит, на ваше обозрение выставлена картошка Колумба. И она нематода устойчивая. Ваши любимицы это Red Scarlet, это Жуковский ранний, это Санте, это, конечно, Карлена. Вот она такая примерно, видите? Замечательные картошки, которые несколько по-иному ведут себя, когда выпускают корневую систему. вообще, что происходит? Вот это маленький круглый червячок, попав в землю, да, он может 10 лет примерно ждать, когда растение хозяин появится, не выбрасывая этих маленьких червячков, деточек, то есть находясь в состоянии анабиоза. Но как только корни картофеля начали разрастаться, тут же открываются на носике у нее хитиновая оболочка, и эти товарищи маленькие начинают расползаться, впиваясь каждый в свой корешок, и начинают их просто высасывать. От того и картофель погибает его верхняя часть, ну а как следствие и нижняя. И мы картошечку получаем вот такую, если она успела образоваться. Значит, Картофель нематодоустойчивый ведет себя несколько по-другому. Как только это маленькое существо впилось в корень картофеля, вот у этих сортов устойчивых, их, кстати, около десятка, полтора даже, у него, он сам себя защищает. Он просто начинает это место попадания вот этого червячка, начинает его покрывать пробкой. И получается, что червячок находится без воздуха, и питание употреблять уже не может. И естественно, процесс его э, жизнедеятельности прекращается, и он погибает. Это первое, что вы должны сделать. Что нужно сделать вообще? Если все-таки у вас еще и большая часть поля заражена, и уже к августу месяц она стоит коричневая, значит, нужно воспользоваться 4 5 польным методом сева оборота. Ну, в наших условиях все начинают... Я слышу, что вы говорите, а где нам еще картошку сажать? А вот давайте-ка вот подумаем, если есть возможность поменять ваши делянки картофеля с овощными, значит меняем местами. То есть это свекла, морковь, это лук, чеснок, эти растения нематода с большой неохотой, если бы и поела. Значит, разделив делянку картофельную на три части, мы будем две части засевать сегератами, одну часть использовать под посадку картофеля. Да, это будет печальное зрелище, но приготовьтесь к этому. Хотите, чтобы картофель был, как всегда, хороший урожай, значит, постарайтесь. Все, что делано непрофессионально, а к советам вы не всегда прислушиваетесь, вот это результат. Ну, на этом все, и о мухе мы поговорим попозже. Всего доброго и до свидания.